Региональный департамент экологии в сотрудничестве, созданной для расследования массовой гибели тюленей комиссии, осуществил воздушный обзор Туп-Караганского района на вертолете КНБ Республики Казахстан. По данным экологов, облет начался от мыса Сагынды и продолжился до местности Саура, где была выявлена 141 туша тюленя. Еще 174 мертвых млекопитающих были обнаружены у Сауры к мысу Урдюк и оконечности Баутинской косы. А на острове Кулалы зафиксированы еще 503 погибших тюленя. Посадка была выполнена на этом острове, где визуальный осмотр показал, что туши находились на стадии сильного разложения и не годятся для взятия образцов тканей. На островах Морской, Подгорный и Новый было найдено 14 туш. В зоне Каражамбас-Каламкас были замечены еще 2 мертвых тюленя. Из-за густого тумана в районе залив Комсомолец подсчет жертв эпидемиков не проводился, сообщили в департаменте экологии. Таким образом, итоговые данные воздушного облета показали, что всего выявлено 834 мертвых тюленя. По болезням проведены исследования методом ПЦР, отбор проб. Все пробы на такие болезни, как сальмонеллез, птичий грипп, чума плотоядных и прочее, показали отрицательный результат. То есть тюлени погибли не от болезней. Такие версии выдвигаются комитетом рыбного хозяйства, то, что животные, возможно, погибели от виде подводных землетрясений и выброса ядовитых газов природного характера. Институтом микробиологии и вирусологии отобраны также пробы, но данных пока на сегодняшний момент нет.